трогательная история безграничной верности собаки-человеку знакома едва ли не каждому любителю кино. Фильм «Хатико» основан на реальных событиях прошлого века. Он рассказывает зрителям о четырехлапом друге, встречающем с работы своего хозяина. Каждый день пес ждет его на вокзале, но однажды с героем фильма случается несчастье, и он умирает. Шли годы, но несмотря ни на что, верный друг Хатико все так же приходит на вокзал, смиренно сидит и молча ждет любимого хозяина до самой смерти. Историю севастопольского Хатико рассказала и жительница города Елена Утюж. В районе остановки матроса Кошки пес ловит взгляды прохожих и будто ищет знакомое лицо. Она ходит здесь уже, наверное, пятый день сегодня. Ходит здесь, мечется по остановке, она ждет хозяина. Явно выброшенная псина, очень добрая, адекватная. Встречает каждый топик. Каждому человеку она подходит, машет хвостиком, обнюхивает. Но хозяина нет. Собачья верность. Мы ее называем наш севастопольский Хатико. 5 ноября Елена Утюж заметила, что собака волочит задние лапы, то и дело пытаясь облокотиться на что-нибудь или присесть. Тогда неравнодушная женщина позвонила в редакцию информационного канала Севастополя. Мы, в свою очередь, связались с волонтерами благотворительного фонда помощи бездомным животным. Добровольцы выехали на место и осмотрели дворнягу. Я увидела, что она лежит, ей тяжело стоять на лапах, это видно. Скорее всего, поврежден таз, также, скорее всего, повреждена и задняя лапка, плюс у нее хронический кашель, который, видимо, был уже давно, но просто ее никто не лечил. С остановки матроса Кошки волонтеры отвезли собаку в ветеринарную клинику. После осмотра выяснили, состояние четырехлапого пациента удовлетворительное. Больному сняли клипсу от чипирования, обработали гнойную рану и прописали таблетки. Что касается задних лап, ветеринарные врачи констатировали неправильно сросшийся старый перелом. Уход за животным взяли на себя волонтеры, ну а севастопольский Хатико ищет новых хозяев. По вопросу пристройства обращаться по телефону +7 978 727 77 24. Анна Брачева, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.